целый? Вроде целый. Ха-ха. Выдернул я нечаянно, но не критично. Тут хорошее защитное стекло, не, все нормально. Вот, пойдемте. Так, размер. Вот это единственное неудобство, что ты можешь неудачно очень дернуть. Сейчас я тогда микрофончик положу вот сюда, измерю и вам скажу. Метр 20 на метр 90. Барабан несколько разной длины. Они, не могу сказать, что они прям выровнены. Есть и больше барабаны, да? На метр 20. Можете посчитать, это у нас, что у нас, мрамор? Это у нас, да, мрамор или известняк? Но если известняк, то слишком хорошо сохранился. Тут просто практически, пусть не полировка, но... гладкость поверхности выдающаяся. Вот другой вариант. Уже блоки, вон выше колонны. Между ними великолепнейший стык, если вы посмотрите на стык. Когда-то эти колонны примыкали друг к другу, видимо, вот так вот и упали. Точнее, эти барабаны одной колонны. Они, можно сказать, сестры или братья, как угодно называйте. И... вот запечатлено, они так и остались в том своем состоянии, в каком они и были тогда, когда разрушились. Каким образом сохранилось это? Почему они просто попадали, хотя что-то, спущусь пониже, хотя здесь есть колоссальнейший засып в одном, с одной стороны, но, видимо, что-то пришло, засыпало, замесило, накрыло всю вот площадь, все, что здесь мы видим, и уронило эти колонны. Да, их почистили, вот верхняя часть в эрозии, а вот нижняя часть, вот это хорошо видно, вот эта вот часть, она была засыпана, даже он беленькая внизу, откопали. Там наверху эрозия сильная у колонн, вот здесь поменьше, вот у следующей колонны сильная. Это все было просто накрыто, потом еще занесло пылью, пылью действительно заносит за века. Но пыль, ну, ребят, ну не 10 же метров, ну кого мы будем смешить? Тем более пыль не несется вместе с костями и с керамикой, и с вот с такими блоками, которые переломаны и вставлены. Как попало в эту пыль, я уже много раз показывал. Культурный слой или что-то такое мы даже говорить не будем. Сейчас мы переместимся еще в одно интересное место. Здесь же, в храме, не переключайтесь. Я покажу наверху, я вот это видео посвящу тому, что я стою рядышком, чтобы вы понимали размеры, там еще портик лежит. Мы сейчас пойдем туда и переместимся, попробуем пройти той стороной. Надо же, какая оказия, уронил. Вот туда вон мы сейчас пойдем, вон туда вон. Так, ну вот, переместились весьма удачно. Я хотел показать фрагмент. Вот храм в разрушенном, в естестве своем так и остался в разрушенном. То есть вот как упало, так и осталось. Почему именно это важно? Потому что мы можем установить систему разрушений. То есть это мощное сооружение просто упало. С высоты оно вот так вот взяло, рухнуло. Позади моей спиной фрагмент портика, то, что было сразу над капителью, ну, то есть объясним, да, вон там наверху над периптером, вот это низ, фундаментом, основанием, да, храма стоит база, над ней стояли колонны, потом стояла капитель. Где-нибудь тут есть капитель? Нет, капитель не вижу, где-то там вот валяется капитель, ну вот, вот такие вот колонны. Потом над капителью находился у нас вот этот замечательный архитрав, потом шел уже карниз, где вот украшения, львы, вот такой более выступающие части. И я сейчас покажу, тоже положу микрофон, чтобы показать вам
измерим мы размеры. Он обломан, если вы видите, что он не полностью, он еще обломан. То есть высоту, точнее длину его мы не знаем, а ширину мы сможем толщину измерить. Давайте попробуем. Вот сейчас он у нас 1,20 м на где-то 60-70 и, ох, чуть не уронил, и 3 метра вот в этой части. Ну, он, вероятнее всего, так и был 4-метровый. Я думаю, что вот это так оно и вот проходило. Так, сейчас я пропущу людей, чтобы они мне шнурок не сорвали, а потом пойду дальше. Угу. Хорошо. Вот для понимания, такие томы вы можете посчитать легко вес этого прекрасного портика, этого прекрасного элемента портика. Ни один из них не поднят, хотя сохранности могли бы уже сделать выдающуюся прекрасную просто сохранность. Я предполагаю, что его фрагмент наверху, и если у нас 3 метра, я потом поднимусь, а что потом-то? Давайте сейчас сразу поднимусь. Я сейчас уберу микрофон. Кому совсем не скучно, чтобы посмотрите, как Максим туда залезает. Да, я сейчас вот смотрите, вот туда вот быстренько поднимусь. Оттуда измерю и вам сообщу. Так, докладываю, это действительно его фрагмент, недостающий 1,30 м он, соответственно, 4 с небольшим метра, привычный нам размер и высоты дверей. Это же пропорции, понимаете, они античны, этот канон, это ГОСТ, это стандарт, это обязательность. Вы... Если вы сделаете, если вы видите не канон, то это не античность. Вот, иначе говоря, то это уже будет барокко, рококо, там свои стиль. Это начнется стиль, ребята, да? Это уже не канон, это не стандарт. Вот чем отличается стиль от стандарта? Стандарт, это когда вы, если вы нарушаете, у вас получится криво. Стиль, если вы от него отходите, у вас получается новаторство. Вот, ну или уродство, без разницы. То есть или-или. В стандарте это исключено. Но вот в Петре мы имеем фасады. Это не канон и не стандарт. И это все-таки, ну, мы бы сказали, что это стиль. Но в моем мнении, что это поиск. Или, например, в Бальбеке там тоже отход от форм. Это еще поиск. Это более ранние, как бы проантичность какая-то, да? Вот... Мое мнение, что Петр и Бальбек это там отработка формы, там отработка уже модели. Если Петр отработка пока что визуализация какая-то, как это должно выглядеть примерно, да, то у Бальбек это уже отработка конкретных моделей, форм, уже становление канона. А здесь дальше все каноническое.
Базу колонны мы измерили. База колонны у нас 1,50 м. Не в широкой части, в широкой части 1,80 м. А там, где колонна ставилась. 1,50 м, колонна диаметром 1,30 м. Как я уже вам и говорил. Ну вот, собственно говоря, мы провели некоторые исследования, мы посмотрели в реальном объекте. Реставраторы не берут эти куски, но они не знают, что с ними делать, как их поднимать, и у них большие проблемы. Они городят из современного, поэтому и цвет такой, ну, они как могут. Ну, там есть какие-то фрагментики того, что они поставили. Это в целом, вот эта вот часть, вот она более-менее сохранилась. Они ее пескоструйчиком так подправили, чтобы не видно было, где они вставляли свои куски, а где у нас оригиналы сохранились. Ну, мы не гонимся, нам сооружение важно, только если оно оригинально, вот сохранившись, подземелье оригинально все. А если есть реставрация, мы понимаем, что да, вы постарались соблюсти форму, да, это сделали весьма неплохо, да, вы даже не смогли поднять ни один сверху напоставить, ничего не смогли, портик ни единожды фрагментом не собран. Пойдемте вдоль Большого храма, пойдемте к великолепной улице Колоннад, пойдемте, друзья мои, наконец-то уже погуляем по сказочно красивой Герасе.